Всем добрый день, и с вами я, Надя, и мой канал «Заметки огородника». У нас все еще дожди, и поэтому будем с вами сегодня жарить оладики. Ну и так как девать мне груши некуда, оладики будут с грушами. Для этого нам понадобится кефир 250 мл, теплый, это важно. Я его подогрела. Стакан просто поставила в горячую воду и подогрела. Проверить, прогрелась ли наша масса. Легко и просто. Вот если руке комфортно, приятная и легкая теплота, то значит мы все сделали правильно. Потом 240 грамм муки, 2-3 столовых ложки сахара, пол чайной ложки соли и столько же соды. Одно яйцо. Ну и как дополнение к этим оладикам, груши. Разбиваем одно яйцо. Сразу сюда сыплю сахар. Вливаю теплый кефир. Все это делаю одновременно. Сода с солью тоже идет сюда. Ну и нам надо сейчас это все размешать любимым нашим миксером, чтобы все это растворилось. Я думаю, наш сахар варился. Теперь просеиваем сюда муку. Кстати, вместо соды можно использовать разрыхлитель. Но, когда делаю оладики, почему-то сода более лучший вариант, чем разрыхлитель. Более пористая получается субстанция, и оладики более пышные и пористые. Ну и муку просеиваем. Сейчас я чуть-чуть муку вмешаю так, чтобы она нам не полетела во все стороны от миксера. И приступим к выпеканию, точнее жаренью. Плита моя вроде как разогрелась, зашипела, поэтому приступим к приготовлению. Вот чтобы тесто хорошо отходило от ложки, я ложку храню, просто в воду ставлю и мокрой ложкой набираю тесто. Выкладываем. Очень большие, я не люблю оладики. Размеру. И сверху просто вот так вот положу несколько долек грушки. Честно, вот с грушей вот так вот делаю первый раз, поэтому результат для меня будет, если что, неожиданным. В конце видео попробую, расскажу свои впечатления. Мы видим, какие уже они пышные становятся. Грушу, скорее всего, можно было бы под тесто мешать. Было бы, может быть, даже и лучше. Но мне почему-то захотелось, чтобы она, груша, поджарилась. Мне кажется, такой будет только интересный вкус жареной у нас груши. Вот она такая красивая, зажаристая стала. Вот она, красота. Это пускай полежит. Знаете, вот я посмотрела на первую, и мне хочется прям добавить еще груш. Вот
в эти места побольше, чтобы ее было. Выкладываю сторон на блюдце с бумагой. Мы все-таки жарим на масле. И пускай чуть-чуть обтекет. Этим мы уже, я думаю, пора убирать. Вот они какие, они толстенькие стали. Попробуем. Холодный первый. Вот такие они пушистые. Вот такие они воздушные. Вот они. Просто очень хорошие оладики. И вот такая красота у нас получилась. Очень вкусные оладики. Невероятно воздушные. Всем приятного аппетита. С вами был канал «Заметки огородника» и зовут меня Надя. Приходите еще в гости. Будем с вами заниматься делами огородными, печь, готовить. В общем, дела житейские, так сказать. Всем хорошего настроения и до новых встреч. А мы пошли пить чай с оладиками. Пока-пока!